Всем привет! И сегодня я буду показывать вам свой лук, как я пошла за картошкой. Вот тут я показываю вам футболку, в которой я пойду. Это моя любимая футболка ПСЖ. Вот я вам показываю тут юбку. Она такая сжатая немножко. Сзади удлиненная, спереди немного укороченная. Сейчас будем делать легкий макияжик, легкий нюдик. Вот такой легкий нюдик, да, получился для... На каждый день, короче. Потом, теперь я буду одевать септум свой. И очки вот такие вот у меня. Я их покупала в том году кеды. Фирма очень мне нравится. Довольно стильно таки смотрится. Я право-розовая. Ну, короче, все как я люблю. Вот такая вот сумочка я возьму с собой. И свой любимый шопер. Короче, вот так вот я пошла за картошкой. Вот так вот я выгляжу. Если этот формат зайдет, то буду снимать дальше. Всем пока, хорошего настроения. И одевайтесь красиво, даже если вы просто идете в магазин.